Гонять мяч в мячах предлагают екатеринбуржцам. В городе появился новый вид спорта – бампербол. Что общего у него с футболом и почему спортсмены застрахованы от травм, выясняла Дарья Трофимова. Вроде футбол, но вместо одного на поле 9 мячей. Хаотичное передвижение по полю выглядит странно. Профессиональные футболисты гоняют мяч, но при этом сами не сильно от него отличаются. Новый вид спорта называется бампербол. Идейным вдохновителем игры на Урале стал екатеринбуржец Леонид Соломенцев. Несколько лет он занимался футболом, а когда увидел в интернете бампербол, решил попробовать. Шары нашел в Санкт-Петербурге. Это единственный российский город, где их делают. А команду собрал из друзей и знакомых. Цель игры, так же как и в футболе, забить голы. Но здесь рамки возможностей, значит, расширяются за счет того, что можно активно применять силовые приемы, толкаться, кувыркаться различными образами. В общем-то, мешать сопернику как забить, так и самому пытаться забить гол. Футбол в шарах зародился 3 года назад в Норвегии. В отличие от обычного, здесь в команде 5 человек, а тайм длится всего 15 минут. Но даже за это время любой игрок успеет вспотеть. Главный плюс такого футбола – практически полная безопасность. Если в классической игре спортсмены от травм не застрахованы, то в бамперболе риска для здоровья нет. Бампербол состоит из 6 частей, наполненных воздухом. Внутри есть такое отверстие. В него я сейчас и залезу. Внутри тесновато, но окно сверху позволяет мне свободно дышать, а лямки для рук фиксируют мое тело в шаре. Чувствую себя как в большом безопасном шлеме и могу делать в нем все, что захочу. Играть в бампербол можно на любом покрытии, будь то трава, песок или даже снег. Единственное условие – отсутствие острых предметов. Очень прикольно, очень весело и вообще необычные ощущения. Все хорошо, удобно и не больно никак. То есть я там переживала за ноги, а на самом деле все нормально. В шаре мало чего видно. Партнеров по команде вообще никак не видно. По сути дела, видим только большие шары. На самом деле очень здорово. На Урале бампербол только набирает популярность, и пока он держится лишь на энтузиазме. Но уже весной, уверены спортсмены, у игры появится больше поклонников. В мае свердловчане смогут принять участие в первых открытых матчах. Дарья Трофимова, Андрей Поликушин. События ОТВ.